Так, мы только что вышли из супермаркета, и я хочу показать, что можно купить в Окленде на 75 долларов. Так, здесь у нас 3 перца, было 3 за 5. Курица, фри-рейндж, то есть та, которая сама бегает. Она стоила где-то, смотри, помнишь? 16 долларов. Да, 16 размер. 16 размер, 16 долларов. Ветчина. Это у нас Manuka Smoked Ham. Вот, как вы видите, почти что 2 доллара, 214 грамм. Потом еще одна ветчина. Это Champagne Ham. 3,78 за 200 грамм. Также 2 чупа-чупса. Они здесь в районе 50 центов штучка. Бананы где-то обычно по 2, до 50, где-то так, килограмм. Также мы взяли такие булки, 4 штучки, по 60 центов за штуку. Молоко. Молоко мы берем... Ну, что мы берем? За 5 долларов. 2 литра, и оно полное, full cream. То есть не обезжиренное. Обычное молоко. Также я себе беру такое вкусненькое шоколадное молочко. Тоже натуральное. Оно стоит 3,30. За такую маленькую, за 300 миллилитров. Дальше Филадельфия. 3 доллара. Здесь у нас 350 грамм. Вот такие Fisherman Friend Original, конфетки для горла, мятные. Baking powder или разрыхлитель, который стоил вроде 3-3 с копейками за вот такую большую банку 400 грамм. Колбаска, даниш салями, палочка 300 грамм стоила 5 долларов, да. Также вот такой печенька для ребенка. Тоже 3 с копейками стоило. 2 эко-чистящих средства. Да, одно, значит, для всех. Для всех. Для всей поверхности. Для всех видов очистки. Сделано из птиц. Эко. И вот такое второе для туалета. А это сделано из слонов. Да, все смешно. И все, каждый по сколько? 2,99. 2,99, да, пол-литра. Экологические средства, да, то есть... Не воняет, очень приятно пользоваться. Да. На животных не тестировали. Здесь написано, что это здесь сделано? Да, это зеландские. Сделано в Новой Зеландии. У нас еще здесь, ну, вот такие вот подушечки для лица, как их называют, диски ватные, 3 доллара. И он такой большой пакет муки высшего сорта, здесь 5 килограмм, и сегодня она стоила 7 долларов. Цена все время разная, так что сильно неплохая цена. И да, самое последнее, это вот такие вот конфетки, клипс, ментоловые. Вот для тех, у кого першит в горле. Тоже они стоят 2 доллара. И здесь 50 конфеток. Очень даже удобно. И такая железная упаковочка. Сюда слышно, когда кто-то идет. Чик-чик-чик. Ну вот и все. Так что вот такое можно купить за 55 долларов. В этом магазине.